Пройдите, пожалуйста, по вопросам. Ставишь ли ты кавычки на ключевики или нет? Нет, не ставлю. Правильней делать переименовывку, это все-таки снижает цену клика, как бы смешно ни звучало. Есть ли смысл делать ключ один к одному в RSI? Я ответил. Какую можно использовать стратегию, если количество кликов в день слишком большое, чем надо? Чего? Слишком большее, наверное. Большое, чем надо. Слишком много, значит, надо использовать лимит. И все. Почему нельзя писать один ключ, одна фраза, одно-два объявления в Google AdWords? Можно? Ну, нет, в смысле можно, но это будет неправильно. Объясню, почему. Потому что в Google AdWords есть 25 символов в заголовке, а все ключи, они дальше четвертого слова, они там вообще, если открыть любое слово, вот с... Даже вот «хочу продать квартиру» ниже ставки первой страницы. Мало запросов, видите, со словами «раз, два, три, четыре, пять». Вот эти слова можно удалять спокойной душой. Потому что говорит Google? Давайте посмотрим. Это ключевое слово. Не запускает объявление, поскольку пользователи очень редко используют его в Google. Это значит, что слова с «раз, два, три, четыре, пять» словами уже просто неинтересны Google. Нужно использовать меньше. Да. Так. Обратно возвращаюсь. Так, пардон, где там вопросы? Так, а дальше это, к чему это я, да, что у нас есть, допустим, 3 слова, 4 слова, 2 слова, по ним вы пишете объявление, а зачем писать один к одному, это уже идиотизм получается. Да и там переименовывка никакая не нужна, и там система, движок там проще, нежели чем в Яндексе.